Хватит. Она переполнена. Конечно. Как же наполнить чашку, если она уже полна? Как научить кунг-фу, когда ты знаешь так много? Удар, не оставляющий тени, ладонь Будды. Освободи чашку. Ты безнадежный. Изучай форму, но ищи отсутствие формы. Слушай беззвучие, изучи все, затем забудь все. Изучи путь, затем ищи свой путь. Но не давай этому имени.